Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приналочку на серии Magic Replay, первый серий. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, и сегодня я решил, короче, вступить в ТРК. Решил вступить в ТРК. Так, давайте напишем «Здравствуйте», «Здравствуйте». Так, пожалуйста, окей. Засунул. Так, все, я отыграл, все. Только что через нас снял звезды себе, потому что, блядь, это пиздец. Снял звезды, законка у меня вроде должна быть нормальная. Да, законка получилась у меня 100, поэтому нормально, что. Ми забрал паспорт. Ту положил в карман. Так, как вы шутите МГ? Мама Галя. Блин, тут будет вопрос один, типа СМИ. Система массовой информации, а там ТРК. ТРК, блин, я не помню. Сядь. Ну, окей, сели. Конечно, проверочки вот эти, это такое себе. Да. Так, я вот эти на вопросики все ответили. Вроде меня сейчас должны принять, вы нам подходите. Окей. Это хорошо. Это даже очень хорошо. Это типа лидер или нет? Лядерс. Смит, РК, Мазинга, Инсайд Смит, замдиректора. Эммануэль, так, примите мужчину. Придал форму. Взял форму. eBay. Джек. Е. О, да, детка. Я здесь. Можно сдать про. Так, я сдал, короче, про. Вот, можете посмотреть, я здесь писал, короче, писал, все расписывал. Понятное дело, девятка был, блядь, один месяц. Так, ми взял новый бейджик. Все, заебись, я теперь второй уровень, короче, верстальщик новостей. Заебись просто, заебись. Пацаны, на самом деле, мне очень нравится вот СМИ. Не знаю, прикольно, я именно вступил в СМИ города Южный, потому что, ну, в Арзамас далеко будет ездить мне. И в Арзамасе я уже был там, а здесь в Южном еще не был, поэтому будет довольно-таки интересно. Давайте передачим хотя бы одно объявление для начала. Так, давайте встанем за компьютер вот этот. Так, пишем edit. И тут все проверено, к сожалению, да. Ну, будем ждать, пока новое объявление поступит. Так, вот, так, ми взял пейджик, так, edit. Блин, быстро все редактирует, поэтому я не успеваю. Нихера здесь финт, посмотрите, 24, блин, довольно-таки неплохо, кстати. А кто лидер у нас? Дмитрий Свит. В АФК стоит, понятно. Сейчас, кстати, ЗП нам придет. Посмотрим, сколько у нас зарплаты на втором ранге. Мне реально вот это интересно. 7000 зарплата у нас. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Зарплата 7000, довольно-таки неплохо. Так. Блин, вот я не успеваю просто. Видите, у нас фит большой. Я даже не успеваю просто редачить объявы. Поэтому да, как-то так. Просто реально не успеваю редачить, потому что людей много и... Все как бы редачат объявы. Ну, мне нравятся СМИ, я просто решил вступить в фракцию, ну, потому что, ну, там ОПГ, мафия, мне уже реально надоело, блин. Просто реально надоело. Поэтому хочется что-то новенькое. Так, собеседуем солнце. Так, давайте поредачим. Так, пишем ТРКА.
проходит собеседование в ЧОП Солнце. Так, просьба прибыть к офису. Я на самом деле все это помню, я даже не учил, понимаете, я сразу вот прос дал и так далее. Поэтому вот так вот. Как-то вот так вот. Я потому что был девяткой, как бы, я был восьмеркой еще потом, после этого. Но я отлично знаю СМИ, вот СМИ, наверное, единственная фракция, где я себя хорошо... Не единственная фракция. Ну, ПГ еще на девятке я бы ПГ Южном хорошо себя проявлял. Но именно в госфракциях, например, вот в ТРК, я очень хорошо себя проявляю, у меня не было никаких косяков вообще. И поэтому я решил бы сюда вступить тоже. Ну, чисто буду редачить, тем более мне тоже надо объявы мои вылаживать там. И это будет дешевле, тем более, ну, как бы, свои же сотрудники, свои же напарники будут редачить мои объявы. Редачить можно всего лишь, ну, не здесь. Так, я случайно оружие убрал, кстати, блин. Случайно убрал оружие, но ничего страшного, думаю, в этом не будет. На этом я буду заканчивать, чуваки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.